Как сбросить настройки сети на Huawei P Smart 2021? Открываем приложение «Настройки», спускаемся вниз, выбираем «Система и обновления», после чего мы с вами нажимаем на кнопочку «Сброс», «Сброс всех настроек», ой, господи, не всех, простите, а «Сброс настроек сети», «Сброс настроек сети», подтверждаем пароль, ждем пару секунд, нажимаем «Сброс настроек сети» и видим коммуникат о том, что «Сброс настроек сети успешно завершен». Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!